культурный институт в Москве. И наша сегодняшняя тема – это два взгляда на современное аудитории культуры РФ только увеличивается. Нам искусство. Кстати, сегодня у нас телемост аж из трех стран. Это Россия, что вы согласились прийти сегодня и поговорить с нами. Здравствуйте. С нами замечательная Мария, переводчик, словист, уже двух наших сегодняшних героев и далее переведет какой-то диалог. Майя, тебе слово. Мы посмотрим с двух сторон. У нас такой двойной взгляд, двойная оптика на современное болгарское. И учились в Академии искусств национальной Болгарии. И дальше ну, что тоже, даже в этом уже географическом разминовании. Разных техник, разных, ну, используя именно эти разные материалы.
у нее докторантура искусства, история искусства. А Борислав именно сейчас находится в процессе сегодня сначала с Александрой, потом с Бориславом. Я очень надеюсь, что мы в финале разговора я думаю, что Александра является таким примером востребованного художника. У него ее жизни, ее работой. Она сейчас, хотя родом из Болгарии, она журналиста Ивайла Александрова, который автор книг. У нас есть его кисти, карандаши. Ты начала с ним рисовать или просто как? Художник, защото в един момент се колебаях дали давал ми е съвети, но не мога да кажа, че примерно сме рисували. Деление графики. Чем был вызван этот выбор, от которого ты не так уж и долго потом нататък. Я думаю, что я выбрала графику, потому что сам
И несмотря на то, что сейчас я графикой не занимаюсь, у меня мышление графика. Я получила приз базы и начала больше и более активно заниматься современным искусством. Что в академии, когда обучалась графике, даже долго думала, что я буду этим заниматься. Осъзнах, че всъщност правя авторски книги, които са книги обекти, те не са съвсем. Мне известно, являешься ассистентом кафедры рисунка в Ля Комб. Реально могут, ну я не знаю, люди, которые в Бельгии посмотрели. В музея Н, който можете да видите на тази снимка. Момент на коронавирус. В център за изкуство, който се казва Ла Сантхар. Тя се Ла Лувиер. Тя е изложба, която се казва Bye Bye History.
частички. А третья выставка проходит в центре гравюры. Она называется «Бай-бай». Чувство за хумор. И изложено. Лампьон, ну, новым директором этого центра, полное юмора, полной иронии, объединяет. Ами, те са по-скоро инсталации на всеки художник, така че той като нов директор иска да привлече нови публики. Познакомилась с этим центром. У меня еще один вопрос. Если вы 60 художников, и если ты говоришь, что познава наистина всички художници, които е поканил, и ще бъде борбена и ще защитава някакви идеали. Вопрос. Это три выставки, и в какой из них у тебя все-таки есть старые работы? И, трех выставок. В музее Емс стари
децата ходят на училище и училищата са отворени, все пак живота продължава. По крайней мере, те работы, которые ты хотела показать в Москве, и, может быть, еще покажем в Москве. Или с контрол, които са представени в много големен вид. Може би ще бъде. Значи ще започна с. Маленькая пауза, которая, может быть, ребенок проснулся, я поэтому и предупредила. На этих работах представлены предметы, и мы говорили о рисунках, а это рисунки, это постоянные. Тези текстове, които представят какво ще видите в изложбата и кой е художника. Да. Огромни химикалки, които са високи, малко. Те бяха като стражи. Или участва във всичките промени на живота ни, когато подписваме договори.
нашу жизнь, когда мы заключаем договоры, подписываемся, заключаем брак, разводимся. Смещает работу рукой. Имаш ли история за някои от експонатите в тази изложба? Чути на карти, печати. Уровень каталога, да, которая сопровождала выставку. Може да се прочете, но една от историите, която е свързана с корпорация, която започва да произвежда стратегията ходещ огън, при който освен това, в предметов, которые я изобразила, они уже раскрывают экономическую составляющую производства этих предметов, а также
а тук е изображение на сървъри, които са Аз самата се изненадах, че патента е и оказалось, что IBM сыграл не последнюю роль в Холокосте. За что-то... И благодарение на тези магнитни карти без тези магнитни карти не е била възможна. И благодаря ти магнитному. Ты реально исполняешь в этой работе работу историка в какой-то степени. Че ми се е случвало да използвам и изследвания на други хора. На исследования других людей, в частности, опиралась на историческое исследование моей мамы, но работа в архиве. В момента е представена в Ла Сантрал в Брюксел. Я хочу. Выставка, сборная выставка, она объединяет художников, которые выбрали местом своей жизни Брюссель.
над Брюсселем, и она показана как раз в Центре искусств, в котором показываются такие проекты, посвященные используется в администрации города Брюсселя. И на серии у дня. То есть, когда ты сам себя видишь экзотичным в этом месте. А скажи, пожалуйста, это попугай? Или да мислят, че са много пияни, за да виждат зелени папагали. Да, это... И всъщност това са емигранти. Тук са две малки рисунки, които са на пак. Рисунки птица лири и тази всъщност не ги включихме в изложбата в крайна сметка. И фактически я хочу рассказать еще об одной выставке. Она уже была представлена в Софии, в Софийской городе. Георгий Димитров в Софии. В этой работе тоже и привлекались архивы. Это архитектурный след смъртта на местния лидер Георги Димитров по образец на
много модерно за времето си оборудване. Не просто служи за това да Тя се казва отмяна на края на нещата. И таким образом, да, это связано. Бессмертия, бесконечности, о чем мечтает каждое любое живое существо. Като сцена в един момент през 90-те години за за декори и рисунки, които са получават тромп-лъй и те изглеждат все едно, че са сгънати и вы видите изображение северного фасада на предыдущем кадре и на языке. Тук е рисунка с костюм за работата в Ной музеум в
показывает изображение из выставки в Ной-музеем в Нюрнберге, коробки, которые... Collection. Но у меня вопрос такой. Как у тебя появляются выставки? Ты която ми даде добър старт за това да се запозная с хора. Мне очень повезло. И в то же время я не творю со страшной скоростью. Коллективных выставок, а потом вдруг персональное. Как появляется персональное на фоне коллективных работ? Доколко е игра на случайност? Это прозвучит, но я считаю, это все игра случайности, и человек может стараться, участвовать, подавать заявки. И о последнем проекте я напоследок хочу рассказать. Вот такая. И это книга, книга как арт-объект, книга, основанная на книге моей мамы, Вайолет. Започва като лична история на Весела Алексия.
этой книге то, что она начинается как личная история весело Алексеевой, супруги Райчу Алексеева. Свързва и с събитията още през 20-те години, които са к 20-м годам, когда вспыхивали восстания против коммунистов, и то, что ее занимало. Съд, и използвах снимки лично. И с цялата тази относителност на това, какво е истинската истина. Поставить в разные последовательности, все это показывает относительность истории, относительность исторической истины. И мы в финале все вместе поговорим. Да. Зацепиться за последнее предложение Александры, когда она говорила об этой книге, которая по обратному пути, с самых ранних твоих работ. Вот я искусств и где-то на каких-то пересечениях от занятий скульптурой.
общем-то, эксперименты с формой. И, конечно, это выразилось в разных выставках. Частью твоей, по крайней мере, начальной фазы биографии. Неща. Това е пак от най-ранните натюрморти на печка, може би пак преди около 5-е и го оставих без ръце. Это копия, которую я делал в академии. Им с все още учих скулптура и поставих една глава от картон. Това е пак един от най-първите портрети на един друг колега от скулптурата Иван. И ти е интересно, намерил съм ти страхотен модел, доведе актрисата. Хочешь нарисовать с натурой, я тебе привел прекрасную модель. Пойди ее нарисуй. Актриса нашла покрасивее. Някога трудно се мести. Это тоже написано с натуры. Это тоже ранний натюрморт из тех, что у меня остались.
Да, това беше началото на обучението ми, но много рано преминах живопис и не задълбочих. Живописи, поэтому в скульптуре не достиг кое знает каких высот, просто остался на основах. Преминавайки през скулптурата, научих някои неща, които не мога да ги. Приятный дворик. Там собирают студенты, разговаривают. Там собираются все студенты. Това е ателието, една от малкото снимки. Как бы вы воплотить это в живописных структурах? Това е един от. Но так все вышло, такой импульсивный у меня, наверное, было творение. Голям формат плотно. И это тоже обнаженная, такая полуобнаженная натура. Не работать по натуре. Чем да. Это было вызвано? И картина до этого. А потом вдруг мне оказалось очень интересным порисовать вот так из воображения картинки подоставить.
страната са много по-различни от тези в България. И Рим, да. Имаше палма на мястото на тази градинка по мое време. Да, есть и задний двор. Много студенти от Китай, имаше и много студенти от Иран. Нарисувах кардинали в нещо като това е една от картините ми от там, с която съм експериментирал само една техника. От цял свят. Это галерея современного искусства, искусство Возрождения. Я там очень часто бывал. По едно време реших да живея известно време в Италия и тогава направих една изложбата с картона. Это первая выставка в Болгарии, когда я приехал из Италии. Която се казваше Душа на заем. А это вторая выставка. С жената галерист, да наречем изложбата.
Не си да. По-голям от картината. Не. Выставки я скомбинировал фонтан с фигурами коней, в озеро поместил этот фонтан. На улице рядом с моим домом. Това е пак една от картините от изложбата, пак по въображение. Себе только детали и краски. Есть ли некое значение, какие краски используешь, какие материалы? Да не се увличам толкова в размишляване в такава свет. Скульптур, о которой я говорил, что в Риме была показана какое-то время. Имах свободно время. Това е една от работите. Казваше се под вода. Надолу с главата. А, это летучая мышь, как будто вниз головой висит. Та же фигурка гиганта, может быть, я там получил вдохновение. Поймал. Позиция, защото а так, имаше... Выглядела част... сама экспозиция.
които съм правил. Тя е на космонавт. Это одна из немногих скульптур. Снимать кино, представьте себе. Так что, ну, это космонавт, наверное. Тя от материала... материал. Но се получи интересно коремче и така нататък, просто друга композиция. Приличен значок за месо. Коллеги с отделения скульптуры. Няма време да премина на тях. Да, може би да минем. Давай перейдем на... Да, сейчас последняя работа. Посмотрим. Немножко терпения, но просто всегда интересно посмотреть. Дафна Стоилкова изложба съвместно в университета. Это... Три фигуры. Я так и искал, чтобы не было много деталей и внимание не отвлекалось от фигур. Композиция из фигур, та же серия работ из новых. Давай так удобно. Пак нещо като фигури и проектор, който...
И здесь я так обозначил публику, которая зевак. Да, зевак. Това е пак една друга картина. За тази мога да кажа, който рисувах вкъщи. Это един из последних портретов. Я его написал дома. Твоей докторантуре, и хотела спросить, каких болгарских художников и старых мастеров чувствуешь, как... Михаил Врубель. Мне всегда нравился. Александр, да, два художника — это часть моей диссертации. Другу коллеги, у нас осталось 5 минут, и уже наша ракета вылетит. Каква е картината на заден фон? Да, точно така. Тя е что Александр показал своего попугая. Разбира Может быть, себя. Ты нам покажешь свой папи? Той се усмихва. Он живет на том же гардеробе. Така, пуснув съм го извън клетката и се разбираме. И когда...
А вот можно. Вот она появляется, по-моему, Александра, да. Сейчас существуют, и есть ли интерес у производителей, например, к современному Или, может быть, надо попросить было обратиться за финансированием к этим фирмам? Это был очень подходящий способ показать из того, что мы видим по фотографиям. Благодарю. Настоящий видеомосс. Все познакомились друг с другом. Да, все сказали. Тело, свою душу, выпусти ее на свободу, в какую-то другую, может быть, живую. Детская иллюстрация. Мистические правила иллюстрации на детской книге. Да, и писател на историята. Там у нас существует авторский проект, когда иллюстратор пишет сам историю и является я. Да си показваш и разпространяваш работите независимо от.
права. Я просто хочу поблагодарить и Борислава, и Александру. И при том, что я знала, как большое спасибо. И, Катя, я надеюсь, что наши разговоры о современном болгарском искусстве это было бы замечательно, тем более зрители сегодня с ними познакомились. Всего самого доброго. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.